на улице. На пол! Лапы, ручки! Ручки не раздвинул. Ручки. Управление ФСБ. Так, вставай. Давай, давай, не будем. Ноги по себе. Что-то еще при себе имеется? Значит, при вскрытии полиэтиленового пакета обнаружено две пачки предположительно денежных средств, скрепленные бумажными бирками с надписями 500 тысяч рублей, две денежные купюры билета Банка России достоинством 5 тысяч рублей, а также мульжи денежных средств достоинством 5000 рублей.